Сотрудники безопасности аэропорта в Туруханске были уволены за то, что пропустили пьяного пилота на летное поле. Напомню, 6 июня нетрезвый летчик, якобы расстроенный ссорой с женой, около 11 часов вечера угнал вертолет Ми-8. На похищенном воздушном судне он облетел на опасной высоте Туруханск, после чего вернул вертолет на прежнее место. Против самого пилота и авиакомпании транспортной прокуратуры возбуждено административное дело по нескольким статьям. Енисейской транспортной прокуратурой проведена проверка по результатам несанкционированного полета гражданином Шайнуровым на вертолете Ми-8 в поселке Турухан. По результатам проверки в действиях Шайнурова установлено нарушение правил пользования воздушным пространством, нарушение требований транспортной безопасности и факт управления воздушным судном в состоянии алкогольного опьянения. Прокурором в отношении Шайнурова возбуждены дела об административных правонарушениях по данным фактам, предусматривающие административное наказание в виде штрафа от 20 до 30 тысяч рублей, либо арест до 10 суток, а также лишение права управления воздушным судном на срок от 2 до 3 лет.